В нашем городе не было черных копов. Мы считаем, что вы положите начало переменам к лучшему. Алло? Говорит Рон Столвард. С кем имею честь? Это Дэвид Дюк. Великий мудрец Ку-клукс-клана, это Дэвид Дюк. Господь! Пока вроде да. Чем могу помочь? Хотел вам сказать, я ненавижу черных. И жидов, мексикашек и ирландцев, итальяшек и китайос. Но богом клянусь, черножопой хуже них всех вместе взятых. Да все говно, кроме тех, в чьих жилах течет чистая арийская кровь. Я смотрю, вы истинный белый патриот. Боже, храни Белую Америку. Проект Спайка Ли. Ку-клукс-клан планирует нападение. И как ты собираешься вести расследование? На связь выйдем по телефону. Нам нужен белый офицер, который сыграет меня на личной встрече. Ты за белую расу, друг? А то ж. Будет у нас комбинированный Рон Столвард. А получится? С подходящим белым что угодно получится. Основано на реальной такой теме. Когда последний раз новичку доверяли расследование? Ах да. Никогда. Так, ты с ними подружишься, чтобы тебя еще раз позвали. Чем вы занимаетесь? Кресты сжигаем, демонстрацию устраиваем. Нас ждет развеселый год. Что-то ты любопытный, больно уж не легавый ли часом? Продюсер Джордан Пил. Мы должны объединиться, чтобы вместе победить расизм. Так ты за освобождение чернокожих? Власть народов. Вся власть всем народам. Вся власть всем народам. Точняк, сестра. Для тебя это крестовый поход, а для меня работа. Ты же еврей, они тебя ненавидят. Тебя это не бесит? Посмотрим, пройдешь ли ты жидовский детектор лжи. Ведешь себя так, будто тебя это не касается. Говорю вам, грядет война. Белое братство, черное братство. Рыцари Ку-клукс-клана. Это мы, братья Столвард. Мы в ударе, детка. Черный клановец. За Америку. За Америку! За Америку! Зная, что это собрание клана, хрен бы на это подписался. 10 августа.